Всем привет! Нам потребуется одно яйцо, 1 столовая ложка сахара, щепотка соли, перемешиваем. Добавляем творог 180 грамм, 2 столовых ложки муки. Высыпаем изюм, 1 грушу и 2-3 абрикоса. Снова перемешиваем. Через специальное кольцо формируем сырники. Украшаем различными фруктами. У меня виноград и вишня. Отправляем в духовку 180 градусов на 20-25 минут. Вынимаем. Даем остыть. И подаем к столу. Получаются необыкновенно вкусные, сочные, полезные фруктовые сырники. Рекомендую попробовать сделать. Это очень вкусно. Всем удачи!